Чем отличается самбо от дзюдо? И кто в Березниках может обучить тонкостям ударных техник бокса? Дни открытых дверей в школе самбо и дзюдо пройдут 11 и 25 сентября по адресу Олега Кошевого, 7А. Прием детей в секцию идет с 7 лет. Самбо – это более вязкая борьба, а дзюдо – она более динамичная. И, естественно, отличаются и броски, и правила. Во-первых, это укрепляет детей и характер, и физически ребята укрепляются. 13 и 27 сентября дни открытых дверей проведет спортивная школа «Летающий лыжник». Бесплатные секции здесь принимают с 9 лет, а платные с 7. Основное наше отличие от всех остальных – все наши виды спорта занимаются и участвуют в соревнованиях на свежем воздухе, чем, конечно же, укрепляют здоровье и организм ваших детей. И обязательно подумайте о наших видах. Это лыжные гонки, это прыжки на лыжах с трамплина, это велосипедный спорт и мультифункциональный триатлон. Стадион «Березники Арена Спорт» готов встречать будущих футболистов. А на открытом катке смелым мальчишкам расскажут о секретах ледовой борьбы. Научиться не только плавать, но и достигать рекордов можно в секциях плавания и водного пола во дворце спорта «Кристалл». В этом году бассейн набирает детей 2012 года рождения и проводит набор в группу 2011 года. Секцию мы берем уже умеющих плавать, держащихся на воде. Секцию набираем вот таких детей, уже более или менее подготовленных. Вот. И учим 4 способа плавания – кроль на груди, кроль на спине, дельфин или баттерфляй и брас. Записаться в спортивные секции смогут и жители Усолья. А для любителей игр с мячом есть футбол, волейбол и настольный теннис. Ведь пинг-понг играют маленьким мячиком. Желающих побороться обучат греко-римской борьбе и самбо. А где же еще, как не на свежем воздухе, заниматься биатлоном и лыжными гонками? Спортивная школа «Лидер» ждет всех желающих на день открытых дверей 12 и 26 числа. В спортивной школе «Темп» детей и их родители ждут 19 и 23 сентября. Легкая атлетика, баскетбол, спортивная гимнастика и акробатика. В эти секции детей принимают 6 лет. А есть спорт, который, возможно, поможет в выборе будущей профессии. И только в нашем учреждении можно пройти подготовку по такому уникальному виду спорта, как пожарно-спасательный спорт. Туда принимаются мальчики и девочки с 10 лет. Кристина Придейна, Дмитрий Воронушкин, Сергей Коленик. Новости Верхнекамья.